Это Настя. Совсем недавно девочке исполнилось 9 лет. Для мамы и папы это настоящий праздник. Маленькая Настя пережила уже 20 операций и продолжает бороться за жизнь. Она добрая девочка. Она спокойная. Если ее ничего не беспокоит, она очень хорошо понимает, когда нужно терпеть. Настенька очень была желанный ребенок. Проходила, значит, моя беременность, в принципе, неплохо, хорошо проходила до 36 недель. Но потом пришлось экстренно делать кесарево сечение. Настя не получала достаточно кислорода. Произошел отек мозга. Через неделю после рождения Насте сделали первую операцию. Поставили шунт. Она начала на ножках пружинить, у меня вставать. Она улыбалась, она ручками, ножками. То есть, ну, как обычный ребенок. Но у Насти начались приступы эпилепсии. Это очень больно, когда тело сковывают судороги. Из-за своего заболевания Настя почти не двигается и плохо видит. Ей нравится общение и слушать окружающий мир. То есть все, что вокруг нее происходит. Были тяжелые моменты, очень тяжелые, когда приходилось бороться и за себя, и за нее. Про себя мы уже, конечно, забыли даже, потому что все Настю. Ну, как бы за Настю я, да. Я очень много отдаю Насте. Мама постоянно рядом с Настей, а папа работает. Чтобы Настя чувствовала себя хорошо, ей нужно много медицинских аппаратов. Они стоят очень дорого. Семья обратилась за помощью в детский хоспис «Дом с маяком». «Дом с маяком» нам уже помогает, получается, с ноября 2023 года. То есть мы как бы вот обратились, когда вот прям только обратилась, прям сразу начали помогать нам. Недавно Настя переболела корью и сильно потеряла в весе. Врачи установили ей гастростому, специальную трубку в животе. Лечебное питание для Насти тоже предоставляет детский хоспис «Дом с маяком». Мне позволяет не падать духом, бороться со всякими болезнями и со всякими невзгодами. Это моя любовь к Насте. Ой, у меня есть мечта. У кого ее нету? У всех есть мечта. Ну, наверное, у меня мечта самая огромная, чтобы мой ребенок хотя бы перестал сильно болеть. Вот и все. Хотите помочь Анастасии Курановой? Отправьте в фонд «Дом с маяком» смс на номер 1220 с суммой пожертвования, например, «Маяк 500». И не забудьте ответить на смс-подтверждение, иначе ваша помощь не дойдет.